Фройденберг Политекс – один из наиболее эффективно работающих инвестиционных проектов в регионе. Во-первых, инвестор тщательно подбирал площадку под предприятие и теперь имеет возможность значительно расширять производство. Во-вторых, проект крайне необходим для Заволжья. Как известно, это моногород, население которого нуждается в новых рабочих местах. Компания Фройденберг Политекс – мировой лидер в производстве нетканых материалов и спанбонда высокой прочности для изготовления кровельных покрытий. Это высокий уровень организации производства. Высокотехнологичное производство. Чистота, порядок, такое ощущение экстерриториальности. То есть ты не понимаешь, в какой стране ты находишься, там нет специфической, как там, специфически российский плохо одетых рабочих. Круглосуточная работа, высокая заработная плата и высокий технологический уровень. Лекцию и экскурсию по производству для депутатов областного законодательного собрания проводит генеральный директор предприятия. Объем инвестиций, вложенных в это производство, более 550 миллионов рублей. Кроме того, областной бюджет получает регулярные налоговые платежи, поскольку предприятие зарегистрировано именно в нашем регионе. Тот объем налогов, который предусматривает изначальное отчисление, они, мы видели сегодня диаграмму, на протяжении 5 лет значительно выросли. И увеличился объем продаж, и увеличились налоговые отчисления как и в местный бюджет, так и в областной бюджет. И с учетом роста объема производства это будет, безусловно, расти. Это очень важно, что сегодня приходит именно в наш регион, а не соседний. Это значит, что у нас сегодня инвестиционная площадка, инвестиционный климат значительно привлекательнее, чем у других. Сейчас в Заволжье работают две линии этого производства. А в сентябре 2012-го предприятие запустит уже третью линию. Это новые рабочие места и налоговые платежи в областную казну. Ирина Чалая, Объективно, ННТВ.